Мой Поветкин Хантер пройдет в субботу 7 декабря. Поветкин это бою фаворит, поскольку все-таки у Саши намного больше опыта. Я только что посмотрел пару боев Хантера. Непростой боксер, чувствительный, интересный. Поэтому все-таки бой нас ожидает, увлекательный бой, я думаю, потому что все-таки Хантер тоже хочет себя проявить. А Поветкин хочет сохранить шанс еще провести 1-2 боя, может быть, на очень таком высоком уровне. Он это способен, это показал и бой с Джошуа. Джошуа тоже боксил в этом вечере, поэтому мне кажется, что нас ожидает интересный бой. Почему Поветкин фаворит? Потому что все-таки он более такой маститый боксер. У него очень богатый опыт, опять же. Я думаю, что опыт может сыграть в этом бою очень такую знаковую роль, потому что потом Саша может все-таки работать уже с двойными ударами. Он может подойти близко, я думаю, к сопернику и поработать серийно. Вот то, что это будет, мне кажется, вот Хантеру сложно будет в этом плане с ним. Но если Поветкин будет его поддавливать, то Хантер, который, кстати, тоже любит боксировать, мне кажется, так показалось, по крайней мере, то размашисто, с дистанции, то все, мне кажется, с ближней дистанции Поветкин может этот бой доминировать и направить в то русло, в которое ему будет выгодно.